12 февраля в здании Саюкинского РДК состоялась районная спартакиада до призывной молодежи по военному многоборью. В соревнованиях приняли участие школьники Рассказовского района. Военизированная эстафета проводится ежегодно совместно с военкоматом города Рассказово для проверки готовности старшеклассников к службе в армии. В соревнованиях приняли участие 5 команд. Задание эстафеты включили в себя доставку боеприпасов к огневому рубежу, снаряжение магазинов огнестрельного оружия, стрельба по мишеням и передача эстафеты своему товарищу. В ходе упорной борьбы самыми умелыми и быстрыми оказались ребята из Саюкинского филиала Платоновской школы. Второе место заняла команда Новгородовского филиала Платоновской школы. Третье место у команды Платоновской школы. Победитель соревнований представит Рассказовский район на областной спартакиаде до призывной молодежи по военному многоборью.